Перми учился в мореходке. Мы с Москвы на Каму сели, сутки ехать. Ну что, опять же, чуть-чуть, давай. Он, кроме мамы, борщ и хлеб, ничего не знал. Куда туда доехал, он начал по-украински анекдоты рассказывать. Оказывается, когда он трезвый, он все понимает. Все понимает. И разговаривает обыкновенно на русском языке, без вопросов. Он, наверное, фильм насмотрелся, особенности национальной охоты. Да. А я ехал туда, и теща, завтра на бедную, она, помните, бутылка с подтормозной жидкостью, тормозука продавалась, литровые бутылки, стеклянные. Она туда самогоняра такой, градусов 70, под конечок сделана. И она на дорогу туда, товарищу, хозяину квартиры, где сын жил. И мы по чуть-чуть эту бутылочку выпили с этим немцем. Он ехал под Перми, есть котельня, они наладчиками ехали, и ничего не понимал. Ну, когда попробовал водку нашу, он уже начал вместе с водкой, как женским молоком с материной, материнским молоком, до него пришла украинская и русская речь. Почему? Открылся. Да, просто. Фибры души открылись. Он говорит, да, потом, когда уже все, он говорит, я вас прекрасно понимаю, но сказать не могу. Как собака, да? Да, вот просто-напросто. Так само и тут вопрос может быть. Он может быть просто-напросто. Даже моя жена услышала, что материнским молоком, говорит, вы там материнское молоко покупаете. Берем оптом.